Собрание в Арк. Они придут к вам. Они убьют вас. Они... Shadow Lords. В этой серии... Смотрите, кого я приютил и приодел. Но несмотря на это, наше общение так и не перешло на новый уровень. У нас вообще общения толком и не было. Ее зовут Лемур, и она молчит. Но ничего, к концу выпуска я растоплю ее ледяное сердце. Братья мои, мы столько раз пытались захватить королевство Телерию, но каждый раз мы получали отпор от этого грозного воина. Но решение есть. С помощью этого устройства мы объединим наши самые лучшие суперспособности и создадим ультрабосса, которого никто не победит. Я дам ему свою способность дышать огнем. Я дышу огнем из живота, если вы не поняли. Кто следующий? Пусть у него будут такие же огромные бицухи, как и у меня. Да, неплохо, неплохо. Пусть он обладает магией льда. Больше мощи, больше. Пусть обладает черной магией. Ну или хотя бы зеленой, как у меня. Великолепно, давайте еще. Пускай он писается по ночам. Джонни, в сотый раз тебе говорю, писаться по ночам это не суперспособность. Но мама говорит... Джонни, а можно мы просто пойдем дальше? Могу показать. Нет, господи, Джонни, нет! Хватит! Я думаю, мы и так дали предостаточно суперспособностей. А теперь мне лишь нужно нажать эту кнопку, и самое суровое, беспощадное и непобедимое зло предстанет перед нами. Такого... Спасибо большое за телепорт. А то, знаете, так лень было добираться до вас пешком. Ребят, заходите! И на случай, если вы не поняли, то мы вас сейчас... Сейчас, секундочку, одену боевую мантию. О! Сейчас мы вас зарейдим. Твою же мать. Ух! Неплохой такой рейд вышел, да, ребят? Осталось последнего босса замочить. Это за Телерию. Что это? Ты чё? Ты что, обос... Фу! Фу, ребят, пойдемте, ну вы нафиг! Фу! Я же говорил, что это суперспособность. Только в новой коллекционной игре Raid Shadow Legends с невероятно проработанной графикой тебя ждет огромное множество боссов. Брутальная PvP-арена, где ты можешь побороться с более чем 10 миллионами игроками. Прокачать эпических героев на 13 впечатляющих локациях. Создать свой клан. Собрать команду из 16 различных фракций. И доказать свою силу на полях сражений. Качай рейд по моей ссылке и получи 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Подробности в описании. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Ark Survival Evolved. Приключение Power Drush'а продолжается прямо здесь, прямо сейчас, у вас, прямо на глазах. Что ж, пора оседлать эту крошку. Да, джентльмен? Как там у тебя дела? А, я же просил не гадить в доме. Дай-ка я тебя прокачаю. А, выносливость. Прокачаем, чтобы сдерживал себя впредь. Для многих выносливость означает перенос тяжелых предметов, а для моих динозавров это означает ожидание следующего выгула. Долгое ожидание. Порой слишком долгое. Кстати говоря, у меня для тебя подарочек есть. Смотри, что я для тебя сшил сам своими руками. Тебе нравится? Ну, вообще-то, Евгений, я заказывал смокинг. Я даже, как это мягко сказать, ту его хучу бабла за него выложил. И вы обещали его сшить. Ну что ж, я обманываю. Обманул тебе, что ты хочешь. Мне просто дико любопытно, как оно сейчас будет. Каково это? Собирать тонны ягод одним взмахом хвоста. О, да, 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 еще, еще, еще. О, офигеть. Не останавливайся, детка. 16 наркобелли. Одним ударом. Ой, джентльмен. Как ты меня радуешь. Я бы тоже порадовался, если бы следующий взмах хвоста пришелся бы вам в физиономию. Джентльмен, он уже давно пришелся. С рождения. Моя хочет увидеть, как много... А, как много ягод! 128 наркобери просто за 5 секунд. Ни с фига. Так, давайте припаркуем его обратно в гараж. Надеюсь, тут есть парктроник. Ага. А, аккуратней. Береги, береги пока. Неплохо. Очень неплохо. Идеально встать. Так. Что это? Что это? Где я? Я что застрял? Джентльмен, я в тебе застрял. Так, обратно сажусь. Неудачно встали или просто потолок очень низкий? Меня просто туда впихивает ему внутрь. Джентльмен, я столько раз уже вошел и вышел, что ты смело можешь подавать на меня в суд. Джентльмен, слушай, а ты теперь троянский стегозавр. Можно засылать тебя к врагу. Знаете, я за свою жизнь переработал очень много пищи в отходы. Но впервые у меня внутри дерьмо. Так, стоп, давайте попробуем выехать отсюда. Ладно, я потом как-нибудь это решу. Сгустились тучи. А я рассчитывал на хорошую погодку сегодня. Моя спутница никак не хочет со мной вести диалог. Я должен ее как-то впечатлить. Проявить себя перед девушкой. Спасибо, жопа, ты всегда помогаешь мне в нужный момент. Я знаю, я грохну этих рапторов. Их тут двое, фигня. Смотри. А, нет. О, нет, 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 позор. 135-й левел. Надо было сначала посмотреть. А, встаем. Так, пока рапторы отключены, я подбираю свои трусы и валю.
Так, один готов, второй убежал. Я его вытащу. И типа в рукопашку его, смотри. Я чисто голыми руками его завалил. Кажется, ей пофигу. Но давайте спросим мнение случайных свидетелей. Вот, Кастеридос, скажите, пожалуйста, каково было лицезреть героический подвиг Пауэр Дрища? Ты про какой подвиг? Ты не про тот подвиг, когда этот проклятый гринго разграбил все мои плотины? Без комментариев. Блин, как тут много покоцанных животных на поляне. Этот стегозавр вообще сдох. Кто их убивает, я не понимаю. Ладно, мне кажется, моя спутница просто не чувствует себя здесь как дома. Надо сделать ей, нам совместное ложе. Ой, ей. Нет! Нет, погоди! Комната еще не готова! Не готова, я сказал! Зайди позже! О, боже мой, как неловко-то. Ну почему? Вот так всегда стараешься от всей души, а потом такие неловкие казусы случаются. Положим в ящик. Как видите, казусов было очень много. Говорят, бьет. Значит, любит! Тебе понравится свидание со мной. Я вообще очень обходительный, посмотри, какие реверансы умею делать. Твоя дубинка не ведет себя спокойно. Ой, ты встала. Ну что, тебе понравилось свидание или как? Кстати говоря, тем временем домик-то расширяется. Вот уже ящички новые пришлось строить, потому что места нет для ресурсов. Ай да много ресурсов у меня, и все мои, все я добыл. А мы обрастаем металлом. Заменяем вонючий камень на ржавый металл. Это прекрасно, это мой стиль. И дом нужно еще улучшать. Работы много. Настал вечер. А вечер — это самое романтичное время. И я позвал лемур погулять на горных полянах. Пока шли туда, задолбались просто. В итоге приперлись туда ночью. Мы наткнулись на базу Shadow Lords. А! Охранная система. Валим назад. Не волнуйся, дорогая, я выведу нас обратно. Я, правда, если честно, вообще не знаю, куда идти. Нет, барсук! Барсук подземный! Жрет, все. О, мы освободились, бежим! Кусты. Хорошо, собираем волокна, собираем всякие ягоды, чтобы немножко зажраться, а то я голоден, жесть. Давай. Он преследует меня еще или нет? Он, слышу, рычит сзади меня. Мы запутаем его в горах. Оп, он меня обогнал! Бегом, бегом! Зачем ты бежишь за мной? Вали отсюда! И затем мы потеряли друг друга. Я же говорил ей не разделяться ни в коем случае. Все, музыка прекратилась. Так, кто здесь? Овис? Я офицер Овис. Пришел посмотреть, не нарушает ли тут закон. Но я овца, а не козел, чтобы лезть в чужие дела. Поэтому я пойду блюстить закон. И спустя часы скитаний по мрачному лесу, я нашел ее, но с ней было что-то не так. Лемур? Лемур? О, блин, зверь! Ой, блин, это как барсук из Блэр. Мне нужно спасти ее. Официально у меня вообще выходной. Он атакует! Не смей! Это моя женщина! Все, она проснулась! Вали! Вали! Давай, лемур! Есть вероятность, что он тоже плохо видит в темноте. Но это не точно, я не эксперт. Оп, Мишка. Так. Это нам здесь не надо сейчас. Все, мы в порядке. Неплохое свидание, да, получилось? Казалось, мы ходим кругами. Ночной лес — это вовсе не романтичное место. Это место полное опасности и ужасов. Ты не можешь расслабиться ни на секунду. Любой звук заставляет тебя трепетать. О, боже мой! Все, мы нашли это бревно. Огромное продолговатое бревно, через которое мы должны пройти. Не бойся, нас не сожрал гигантозавр. Мы просто внутри большого бревна. Что ж, мы здесь. Пройдя через это бревно, свидание закончится. И я думаю, ты бы хотела растянуть этот момент на подольше. Ладно, получилось не очень хорошо, но я не оставлю своих попыток. Она полюбит меня, и этот дом я превращу его в неприступную крепость. Нельзя терять ни минуты, особенно застревая во всяких стегозаврах. Однако я научился выпрыгивать отсюда. Просто надо упорно верить в свою мечту, и ты выпрыгнешь из него. Как-то так. Надо что-то с этим делать. Любой, кто атакует племя, которое платит аренду, атакует Shadow Lord. Я рекомендую платить дань, а PvP устраивать на других серверах. Енот. Shadow Lords. У меня проблемка. Три алозавра. Это мой шанс проявить себя. Слишком близко, очень опасно. Надо забраться на крышу. Для этого поставим лестницу. Лестница? Да где лестница? Что за фигня? Лестница! Она с другой стороны поставилась. Нормуль. Мне понравилось, ладно, пойдем изнутри. У меня пока еще не готово ничего для того, чтобы вылазить на крышу изнутри. Поэтому вот из этой дырки, может быть, дострельную до них. Ну-ка. Нет, слишком далеко. Пришло время сделать люк. Безопасный проход на крышу готов. Как бы приманить их сюда? У меня есть идейка. Так, нет, это не подходит. Ага, вот эти. Вперед. Надо как-то их приманить. Подойдите, пожалуйста. Ну, или как-то так. Ага, он за мной, он согрелся, отлично. Ой, они быстрые. Итак, ближе, побежали. Побежали, побежали. О, надо было раньше бежать. Заходим.
Мазанул, давай, быстрее! Есть! Так, закрываем дверь. Воу! Когда же это пофиксит? Почему они не пофиксят? Вы смотрите, они просто через стену лезут. Ладно, выползаем. Где вы, мои друзья? Так, они начинают вандализмом заниматься. Подохни. Я подпорчу вам жизнь сегодня, ребят. Тяжелая артиллерия. Вот сейчас я их по-тихому всех загашу. Куда ты пошел? А ну иди. Опа! Да-да-да-да-да, нет. Быстрее. Пролезаем. Ой, он здесь. Идти или что делать? Где он? Ой, как было близко. Вау. Ой, как скример прям вылезает из стены. Как будто ты, блин, комната ужасов. Он меня не коца здесь? Нет. Я не могу вылезти из него. Окей, тогда через стену тебя грохну. Сам напросился. А, сразу зассал. Понял, чем пахнет дельце, да? Ну ладно, выползай на крышу тогда. Ага, вот он здесь. Эти рожи-то в крови. А значит, он почти что мой. Темновато, надо кинуть костерчик. Вот. Не поменялась особо картинка. Оу! О, нет, опять! Опять он меня скинул! Так, зайдем здесь. Все, короче, я не буду париться, я просто убью его через стену. Раз, два, сто! Есть! Надеюсь, вам понравилось в нашем гостевом доме. Поставьте 5 звездочек, пожалуйста, на букинге. Точнее, на пукинге. Так, эти двое застряли в заборе, это очень удобно. Так, факел, лежи здесь и свети мне. Сначала тебя убьем. Есть! Хорошо. И теперь ты. Давай, дружок. Come to daddy. Он просто зловеще на меня смотрит. Я тебя грохну. Ты что творишь вообще? Да-да-да-да-да-да-да! Троих уделал, ребят, троих! Для таких случаев нужна эпичная фраза. И она у меня есть. Смотрите, какие у меня теперь милые трофеи на стене висят. По-моему, мне чучело сделали не из того места. О, на этого совсем больно смотреть. Как будто он очень спешил на поезд в метро и застрял между дверьми. Знаете, я все равно не чувствую, что впечатлил свою спутницу. Мне нужно доказать ей, что я настоящий мужчина. Мне нужен такой, знаете, подчеркивающий мое мужское достоинство аксессуар. И этот аксессуар длиннющий ствол. Если это не впечатлит ее, то я не знаю что. Надо на ком-нибудь испробовать его. Ну блин, когда надо, никого нету. О май год. Тираннозавр, ребят. Тираннозавр. Может быть, все-таки попробовать там как-нибудь там. Впервые грохнуть тираннозавр. Нет, тирекса завалить нет. Это, конечно, нереал. Стоп. В жизни каждого мужчины наступает этот момент, когда надо завалить Т-рекса. Хотя, с другой стороны, ребят, я хоть и обламываю момент эпичный, сори, но я что-то... Но в жизни каждого мужчины наступает момент, когда ссать попросту нечем, и нужно идти в бой. Да, я знаю, я порчу момент, но все-таки это как-то кажется нереальным. Это прям похоже на одну из моих затей, которая заканчивается в итоге катастрофой. Но у меня катастрофы оборачиваются каждой затеей. Эта ситуация не отличается ничем от других. Файт! Юджин vs. T-Rex. Fight. Outstanding. Don't make me laugh. Стоп. Лемур? Ты здесь? Она стреляет. Она вышла мне помочь. И тогда я осознал, что просто все неправильно воспринимал. Даже если со мной не говорят, это не значит, что я один. Ведь слова ничего не значат. Важны лишь действия. Все это время, куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, я понимаю, что делал это не один. И сейчас меня переполняет такое чувство. Я не один. И никогда не был один. Более того, меня окружают сотни, тысячи, миллионы людей. И именно их действия наполняют меня решимостью, энергией, жизнью. Куда бы я ни пошел, что бы я ни делал. И за это я чувствую благодарность. Я не один. И именно поэтому я смогу грохнуть этого Т-рекса вместе с лемуром, вместе с вами. О, нет. Вода меня замедлит. Нет. Я не смогу. Нет. Да! О, мой первый Т-рекс. Мой первый Т-рекс. 100-й уровень. Как я люблю награду, не стоящую своих усилий. Лемур уже здесь. Кромсает этого Т-рекса на мясцо. Как приятно слышать этот хруст исчезающей плоти. Там
«Дамы и господа, сегодня пора платить аренду. Мне нужно C4 с каждого племени, которое хочет продолжать играть на этом сервере. И 50 C4 с каждого нового племени». И пошли титры, вот они, огромное всем спасибо, ребят, что посмотрели этот видос. Я очень старался над ним, он занял очень много сил и времени. То, что вы видите здесь, это ужатый материал, который вот длиннющий на много часов. От всей души надеюсь, что вам очень понравилось, если понравилось, то... шлепните лайк. Будет очень приятно, если вы это сделаете. Также возьмите да подпишитесь на мой канал. И поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. Иначе вы нифига не получите. И все эти угарные прекрасные выпуски останутся без вашего внимания. Что упущение, на мой взгляд. Также обязательно зацените другие прохождения. Все плейлисты будут внизу в описании. И зачекайте мой инстаграм, мой ВК. Все для вашего удобства. Заходите, переходите и радуйте меня своими лайками. Ну а на сегодня это все. Увидимся в следующей серии Арк или в любом другом видео, которое я сделаю. С вами был Юджин и всем... 5! Что ж, вот мы и спелись, кажется. Думаю, теперь ты наконец пригласишь меня к себе. Ну что ж, я благо подготовился и положил кровать. Спокойной ночи.